Во второй день апостольского визита в Будапешт Папу Римского с восторгом встретили в церкви Святой Елизаветы. Понтифик поблагодарил венгров за помощь украинским беженцам. У Вероники, дочери Виктории, аутизм. Семья покинула Украину спустя 2 недели после российского вторжения. Благодаря мальтийской службе помощи они смогли начать новую жизнь в Венгрии. Франциск их благословил. На мою думку, я вважаю, що він достатньо толерантний, як релігійний. Он не политик, отметила Виктория, но достаточно того, что он говорит о любви и терпимости. Среди собравшихся у церкви были также беженцы из Пакистана, Афганистана и других стран. Keresztel, ahogy jött kifelé, hogy elment mellettünk, megállt. Также в субботу Франциск встретился с венгерской молодежью. Он попросил их верить в то, что они любимы Господом и предназначены для больших свершений.